Да, 144 сообщения в личке. Прям, блядь, герцовка какая-то. Нужна твоя оценка. Чело заварил тройной дошик. Нашел полуживые котлеты. Сходил, купил киви. Жрет хлеб, блядь, как свинота, блядь. И все это на столе сантиметр на сантиметр, блядь, жестко. У меня, блядь, на телефоне экран больше, чем у тебя на компе. Блядь, жестко, жестко. Напишу ему жестко. Оценка жестко. Это в общажке он. Жестко тоже. Разбань, пожалуйста. Модер, который меня забанил, ты тряпка обоссанная, сначала банишь, потом что-то высираешь в ответ, очкошник, бля. Ну да, по факту написал, разбаниваю. Месяц посидишь. Советы по играм, не дочекали клаву жесткую. Так, нихуя жесткая клава реально. Даже... ПЦБшки нет вообще ничего, просто алюминиевый корпус за 10500 рублей. Кого? Недавно, оказывается, я щупал такой пок ёбнутый. Ну, в смысле пок? Что пок? Ты нажимаешь, и у тебя, блядь, что? Ментальный отсос члена происходит или что? Или ты, блядь, через нейроинтерфейс соединяешься с клавиатурой, и тебе клавать с компом, и ты, блядь, чувствуешь, блядь, с компом, что вы единое целое, блядь, или что? Все, что должна делать клава, это работать. Все, блядь. Вот давным-давно были ебануто классные мембранки и полумеханики. Они, блядь, казалось бы, они дешевые, простые, но, сука, самые надежные были. А сейчас вот это, вот, блядь, вот дресня, блядь, стоит там 15 тысяч, блядь. Мне логики прислали просто так. Ну, типа, что я хорошо рекламную кампанию провел. По итогу, блядь, Escape залипает, цифры залипают нахуй. И ее ебать как неудобно чистить. Где капсы? Я капсы, да, снимаю с клавиатуры. Действительно, реклама пиздатая. Так она давным-давно закончилась, блядь. А что, у меня нет обязательств, блядь, что-то скрывать, о продукте, еще что-то, нет. Реклама давно прошла. Или что? Бля, я, короче, так понимаю, люди до сих пор не понимают, что значит реклама. То есть, вообще не выкупают. Да и не понимают, как это работает. Видимо, блядь, сложности какие-то. Это все похуй. Вот. Скоро приедет у меня новый стол с кронштейном на три Моника. Вот это, блядь. Это заебись будет. Чё-то... Довольно забавный скриншот. Returnal не будет? Так а чё там, Блак? Чё, ты хочешь сказать, хорошая игра? Стол со встроенным кронштейном? Не, отдельно, конечно, всё. Пукал немного, вроде норм. Ну, у нас... Чё там, скоро Atomic Heart уже выходит? Когда он там выходит? 21 февраля. Так, перматч за что? За то, что я сказал, что Darkest Tunnel и геймплей мхо. И подумал, что это мобилка. Или за то, что я почему-то бот 100%. Единственное твое сообщение. Чел написал, это мобилка какая-то, чё за унылый геймплей? Унылый геймплей в Darkest. Не, ну если под унылым подразумевать, что тебя ебут и в рот, и в гриву, и в жопу, и в очко, и в глаз, и в ухо, то, ну, в целом, да, может быть, не весело. Не кинешь обои пиздатые с атласом поя, которые у тебя когда-то стояли. Я вообще чуть не помню, чтобы у меня на компе стояли обои с атласом с поешки. Не помню, чё такого. Ну, это такая незащитительная вещь в жизни, что она быстро из головы вылетает. Чел, стол собираешься менять? Решил, что мне не надо так много рабочего места. Просто у меня на одной половине стола стоит комп, а на другой половине стола вечный бардак. И самое заебатое решение, чтобы бардака не было, это уменьшить место. Все. Как говорила моя мама, если нет места, то и не будет бардака, потому что ты всегда все убираешь туда, куда надо. А если не надо, выкидываешь нахуй сразу. Понимаешь, что тебе, скорее всего, пох, но хочу поделиться своей радостью. К моему сетапу добавилось новенькое алькантаровое кресло. Ого. Алькантаровое кресло купил.
Что-то мне подсказывает, что кресло стоит больше, чем вот это все вообще здесь нахуй на столе и под столом. Хуета, короче, пишу, правильно? Все еще Форсет Амарант, блядь. Шел 2023 год. Почему ты чешешь только правое ухо, а как же левое? Напишу, чешется. Охуенный сетап, ебать ногам удобно, наверное, да? Это на сколько ИПБ, блять? На мегаватт, нахуй. Купил себе коврик для мышки новый, можно оценочку. Так, лолеры на связи. Фанаты КДА здесь. Скажите, вам приятно водить женщинам по ебальнику своей мышкой? Вам приятно? Ну, тогда потрясающе. Клаву с детского сада спиздил, хорош. Оставил детей, блядь, без клавиатуры, Даня, блядь. Ламыч, здоров, братец, меня забанили на Твиче, за то, что написал. Здоров, толстый, я-то сам толстый. Ну да, я же через никнейм вижу, что ты толстый, блядь, тоже. Оно видно, ник жирным шрифтом написан. Я сразу понимаю, что, блядь, жир-жирищ еще один подъехал. Сука. Хуя скрин. Угадай, что не так на скрине, блядь. Так вот, блядь, back to back хули. Арбалетчик лишний. То есть два шарайна тьманника тебя не удивило back to back, да? Обычное дело. Каждый данж, блядь. Бля, вот это такой косплей, знаете? Вот такой косплей, вот тут достаточно быть просто красивой женщиной. И все. Тут вообще очень простые шмотки у меня. Вот скинули в личку. Как-то делаю на Dead Space 2, скину тебе. А шо мне? Мне ничего не нужно вообще, поверь. Мне ничего не надо. Здравствуйте, Евгений. Ваше мнение хотел слышать про поводу наушников. Как вариант для игр. Можно взять проводные, если есть норм звуковуха. Нам нужно, молю, добавь. Так, что там? XDD, да? А кому нам? Ну, нам. Мне Джек Ерги. Но, увы, не добавлю. Увы. В Warzone у него автомат есть мой, который дает хискан. Да не, Warzone это F, RIP. К сожалению. К сожалению, величайший батл-рояль всех времен был убит его же создателем. Это были приятные деньки. Привет, Ламчик. Купил недавно такие же ножки, как у тебя. Хотел спросить тебя, настроен ты микро как-то... Нет. Или да. Нет или да. Ответ максимально конкретный. Мой ник на Твиче. Па-па-па, разбань, пожалуйста, написала жена эту хрень. Я такого никогда никому не писал. ПС, развестись не могу. Ну да, у него хорошая история сообщений. Хорошая, хорошая, хорошая. А потом пишет, ебанат жирный. Жду в дис жену выяснить причину хейта. Мда, Ламыч, ты хуже Папича. Фактиш. Реально фактиш, блядь. А простыню он там написал, ёбнешься. Сейчас покажу. Во, блядь, смотри. Простыню тут накатал вообще со скринами, блядь, там. Ой, да я, блядь, там вот это. Там еще модер твой, блядь. Вообще, говнюк. Как тебе Калипсо протокол? Ну так, пойдет игра на разочек, может пройти. Там арсенал очень слабый, оружейный. Сюжет довольно простенький. Нет каких-то там приколов, так сказать. Даже в том же старом Dead Space есть пара прикольных твистов. А тут что? Эй, злой, блядь! Злой охранник, блядь. Ой, рари-рарари, блядь. Я, блядь. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. О, я босс. И все. Вся игра, блядь. О, кстати, мы вчера одну вещь не сделали, важную очень. Новый трейлер видоса Мелоди Шипа. The Human Future. Русаба есть, Русаба. Так.
Обалдеть, два глаза в одном глазе. КС глаза. We're still pioneers. We've only just begun. В июне 23-го. Довольно скоро. Бля, ну с этим, наверное, уже ничего не сравнится. Серии Life Beyond слишком жестко, слишком. Так как кто на Луне-то первый, то всем известно, что Лунтик, блять, ёбаный. А Лунтик чей? Наш Лунтик. Астральные предложения. Или, блядь, о, а запускай стрим через астральное облако Энигмы, и тогда, блядь, будет лучше. Ну, блядь, вот, смотри, зачитываю. Просто некоторые живут вообще в какой-то просрации, блядь. А не было ли у тебя мысли по поводу проведения стрима на тему поиска игрулик в интернет-пространстве при помощи чата, а ленди-проекты? А как вариант интерактива с чатом, определять по опросу, в каком жанре игру искать и что найдено из этого пробовать. А в последнее время качество новых игр спало, потому что через вечное ожидание игр, которые последствия ожидания. Очень хочется увидеть тебя, участника создания нового какого-нибудь мегапроекта, мегаигры, блять. Вот я и горю там, блять, вообще. Хуй пойми, где человек находится. Уважаемый Ламар Евгеньевич, пишу вам с просьбой ответить на вопрос, почему 23 января 23 года, 10 утра, 33 минуты и 47 секунд, не был стримом по Mad Max. Ведь 2 июня 2022 года вы обещали постримить и указали даже когда. Спасибо за ответ, очень стрим, хорошее настроение. Так, пруф чекаем. Привет, будешь ли еще играть в Mad Max, если да, то когда? Буду через 7 месяцев, 21 день, 5 часов, 14 минут, 2 секунды. Блять. Что ж, я, получается, наебал. Бля, наебал. Извиняюсь. Бля, получается, наебал. Вот он! Сука, ждите видос, нахуй. Это вам не ламыч. Блять, сейчас разъеб будет. На, блять, вокруг этого. Привет, не знаю, сколько курс является про железо. Сейчас собираю себе мышь. Мог бы подсказать, че. Вообще, хуй знает. Абсолютно, блять. Love my rock'n'roll, не предлагали тебя сгамнуть? Не. Love my rock'n'roll, ого. Новелки, это, блять, жестко. Ну, я согласен, только в секс-новеллы играть какие-нибудь. И то, блять, на Твиче не получится, она будет на плешке, блять, пускать потом. Сейчас слышу на стримах про Dark Tides, можно присоединиться бы. Ладно. Когда PUBG Mobile? Завтра в 5. Это реальный ценник? 10 кэсов? За, блядь, скин этого, нахуй, Геншина? Нет, наебало VGS. Ладно. Ты сразу на вторую часть, он вам не Ламар собираешь? Ну да, чё? Чё мелочиться-то? 2200 рубчиков с 7 стоило. Блядь, ну это все равно дохуя как-то.
Ну, я бы за такую игру больше косаря не отдал вообще. Не, ну, если представить, что я ебаный ишак, пробитый нахуй, просто там полбашки у меня нет, и мозг из уха вытекает, а еще я фанат Гарри Поттера, то за 2200, может, я и купил бы. Ну, не знаю, там, подумал бы еще, думаю. Идеальное описание рекрента. Ну, ты это, не бузи тут, блядь, на друга моего. Здорово, старичок. Танки. Сколько время? 18:27. Ну, у меня тут 50 месседжей, надо еще дочекать. Потом сходить в падик, купить пепера. У меня закончился. Там не знаю. У меня просто 8 сегодня спонсорские по игрухе. Battle Teams 2. Battle Teams 2. Я даже про первую ничего не слышал. А тут уже вторая часть, прикинь, выходит. Сижу, охуел, бухово. После, не, я Darkest пойду. Я тебе говорю, пошли, блядь, факторку, например, завтра. А ты там, блядь, начал, ой, да я тупой, да я, блядь, бабу, блядь, о, да я вавави, блядь. Факторку можно регнуть. Вот сразу бы, блядь, так сказал, вот они вот это вот, блядь, мухрю, блядь, хрю, му, блядь, там вот это. Под батл тем за можно и пиваса взять. Но я зашел в эту игруху, почекал. Такой шторок приятненький, но надо разобраться и найти руб механики, нахуй. Будет поиск руб механик. Это под окнами Ламара музыка играет. Ну да, что, тебе нравится трек? Сейчас... Мужичьё, погромче, блядь, сделайте нахуй. Спасибо! Отзывчивые мужики. Блядь, чё так ору? Ладно. Во, блядь, заебись. Вот это я люблю, пиздец. Скинул там графики, кардиограмму, блядь, частоту сердца, блядь, температуру тела, блядь, скинул нахуй. Долбоюбоскопию, блядь, вот это. О, Вава Вива, блядь, помоги, блядь. Где нахуй? Паста есть подготовленная. Да нахуй так сильно, долбоюбоскопия. Ну, блядь, а как на долбоёба человека проверить? Ну, долбоёбоскопию сделать. Хуля. А чё, блядь? В смысле? Мы нахуй в 23-м году живём. Чё, не знал, блядь? Вот такие технологии, нахуй, хуля. Привет, как относишься к Last of Us, ждёшь? Ну, не так, что прям жду. Но поиграть? Поиграем. Это хайповая игра. Уже 23-й, ковид закончился. А, да, блядь. То, что полмира хуярится, блядь, это не значит, что ковид исчез, блядь, резко. Тут еще недавно гуляла ротавирусная, блядь, инфекция, которая у нас до больницев там дошла, блядь. Плевали жестко, нахуй, все. Сказочно ебали. Что за цепь? А я зритель цепку подарил с логотипом рекрента. Логотип я выкинул, нахуй. Рекренту. А цепку оставил, цепка хорошая. У меня просто нервный тик. У меня тик дрочилы, блядь. Мне что-то постоянно надо в руке что-то тыркать, дергать, блядь. Ну, типа, я не могу спокойно сидеть, понял? Вот, меня за это пиздили постоянно. Что я ручку кликаю, блядь, все время. Главное, человека есть своя цепь, ты когда свой выпустишь или мерч будет? Ну, нужен человек, который бы грамотно занялся всем этим делом. Я таких не знаю. Нужен там выход на фабрику какую-нибудь хорошую, охуенную. Нужно понимать, что надо сделать. Нужно понимать, что будут покупать. Нужно, блядь, здраво так рыночек расчекивать. У кого какие цены, блядь. Никто не будет заниматься этим, нахуй. Ну, я точно не буду. Че, надо сделать конкурс на лучший принт на футболку? Вот ты вроде, блядь, директор, а хуй хуем пиздец. Может, мы для начала, блядь, найдем фабрику нормальную, где, блядь, хорошие материалы и качественно делают, блядь, шмотки, прежде чем, сука, принтики хуярить на них. Ну ты, блядь, конечно, блядь, Борисполь, ёбнешься с тебя. Ты через переходник Be Quiet подключал 490 к БП. Переходник Be Quiet? Какой переходник, нахуй, вообще? Не, я жду, пока у меня сгорит 4090. Из-за того, что, блядь, многомиллиардная компания, блядь, зеленых человеков, нахуй, не могут, блядь, положить переходник, блядь, не за 50 рублей, а за 100, нахуй, коробку. А можно треники с мерчом, я дрявый уже. Сейчас там Боря принт придумает, там конкурс проведет и сразу же выпустим.
Не, я не хочу пока заниматься этой хуйней. Смерчом. Что-то одобрять, что-то там чекать. У меня сейчас много очень рекламных контрактов, много очень интеграций, все надо помнить. Плюс, блядь, внимание чата, чек-лички. Я, кстати, перестал, вот чтобы, ну, продолжать нормально заниматься делами стримерскими, я перестал вообще чекать почту, даже личную. Хотя там иногда что-то писали хорошее, там, Twitch, например. Но с тех пор, как Twitch решил не давать денег стримерам, я решил, что, ну, блядь, можно и не читать в целом. Спасибо за внимание к нам. Не за что, абсолютно. Нахуй мерч, какую пельменную делать? Какую пельменную? Если делать, то выпечку какую-нибудь. Кобин за колонки скупать. Блядь, ну для этого мне надо сесть, вот одну ногу сюда, другую сюда, снять штаны и надеть настолько длинную футболку, чтобы вот так вот хуй закрывало. И сидеть в Гарри Поттера играть. И тогда, может быть, у меня попрут бабки жестко. И мы с вами, в общем, пойдем скупать бензоколонки, блядь, да. Заметит ли кто-нибудь? А, блядь, тут пишется в чате. Ладно. Пишется в чате, что добавили новый смайл, сука. Ты когда-нибудь токсичил, когда в проф играл в PUBG? Ку, конечно. Все токсики. Не бывает такого, что человек спокойно сидит играет. Все токсичат. Хотя бы про себя. Вообще всегда. Ламыч чат, привет. Не серчай за такой донат. Пожалуйста, подпишись на телеграм. Ага. Все, ладно. Хорош. Реклама за 100 рублей. Вообще рекламный пакет начинается от 100 тысяч рублей. То если вас интересует нормальная качественная реклама, которую я предоставляю, и которую не представляет нахуй ни один стример, то почта в описании стрима. За 100 рублей рекламка. Нормально, хорош. Аванс пошел, но... Можешь объяснить, чем проблема 4090, собираюсь себе ставить, соответственно, от того и лучше, проще модели. А лучше 480 GTX поставить и не париться. И в корпус войдет любой вообще, да. Да не 400, да не, блядь, не 4080, блядь, а 480. Старая видяха, старая, 480. Выходила в конкуренцию против, знаете, не против AMD, а против ATI 5000, блядь. AMD уже был, AMD 6000 был. А я покупал видеокарту ATI Radeon 5850. Ебать, это охуенная бричка была. Можно было на максах играть в MV2 и вообще 140 FPS на фри, блядь. Ламыч, здравствуй, меня забанили за номер телефона, хотя это из мема. За номер телефона, хотя это из мема. 8 800 171 00. Что это за номер? Впервые, блядь, слышу. Это какой-то публичный номер. Так, кого-то Бенка. Это мой номер, откуда он у тебя? Да-да. Да, я его тоже знаю из мемных номеров. Это 8 800 555355. Вот это вот. Я маму еще ходил, заебывал. С этой песенкой, блядь. Она говорит, только говорит, не думай звонить туда, блядь. Позвонил? Не, я на другую хуйню попадался, когда мелкий был. Там мне что-то было 6 или 7 лет. Я дома соло остался. Я стрел телек, и там после мультиков началась передача для долбоебов, где, короче, типа, пришлите смс с правильным ответом, и вы выиграете, нахуй, там, квартиру, блядь. Ну я такой, бля, ну надо обрадовать родителей. Тут вроде все понятно. Вот, такой, беру мабас нахуй. Сейчас им пришлю, блядь. Там один раз пишу такой, блядь, да что за хуйня. Еще раз пишу, еще там. Ну, смотрите, что 20 отправил. Там потом приходят родаки и говорят, блядь, нахуй. Вчера денег закинули там. Нету. Че за хуйня? Ну я такой, ну блять, зато плюс хата, с чего? Зато плюс хата, че вы, блять? Че вы паритесь нахуй? Шо вам, блять, 2000 рублей на мабас жалко, что ли? Мы тут хату выиграем, вообще-то. Ну да, вся эта хуйня, она делается с расчетом на мелких, что супер наивные. Думают, что дохуя умные, хотя пиздец тупые. Помню, когда нет был лимит, на игру лишь качал, в итоге оказался, обосрался на 200 баксов.
Ну, лимитный интернет — это шок вообще. Сейчас вот прикинь, блядь, лимитный интернет. Тут качаем нахуй, там можем скачать терик в день вообще. К хуйни какой-нибудь там, сериков, кино. Это же вообще ёбнуться мы. У меня также было, пытался выйти в интернет на Motorola C116. Чё, куда по итогу вышел? Космос, наверное. Ладно, хуй с ним, размайл. Еще была тема, смс отправляешь, тебе должны были игру дать на телефон. Да там куча наёбок всяких было вообще. Уже кидали. XDD ban me. Блять. А че, это неплохо, кстати. Это нормальная киберподстава. А как же эта хуета? А, да, вот такое помню. Такое помню, да. Киношные фразы. Спор на телефон скачать можно было, прикиньте. Обалдеть. Туалетные монстрики. Не дай монстрикам изгадить унитаз. Нужны деньги, позвони родителям. Ауф, нахуй. Не, ну вот это вот, узнать дату своей смерти через смс. Блять. Это жестко. Я, кстати, недавно вспомнил про рингтоны и поставил себе бас-бустер Джон Сину на бас, блядь. А то что-то вы заметили, что у большинства людей, вообще одинаковые телефонные звонки. Настолько людям стало похуй на кастомизацию вообще своего мобаса, просто поебать. Вообще у всех одинаковые звонки. Ты иногда можешь ехать с кем-то в общественном транспорте. Это еще, кстати, очень давно было, потому что я еще тогда в Шараге ездил на маршрутке, блять. Это еще вообще давно было, получается. Вообще, ты можешь ехать, мог зазвонить телефон, и ты такой, блять, и все за телефоном полезли, потому что все одинаковые, нахуй. Рингтон, блять, дефолтные звонка, блять. Зато сейчас, блять, Джон Сина! А че, блять? Че, нахуй? Сейчас будет качественный звук. Так, загрузки. Ебать тут. Ну, ГЛ услышать, в общем. Чик-чик. Не, он съел микрофон, блядь. Съедает. Съедает микрофон, блядь. Вот, сука, падла, блядь. Технологии ебаные, нахуй. Не дают мемы почекать, блядь. Там вообще пердёж жесткий, но мне очень нравится. Ну, бас-буст Джон Сина, брох, блядь. Тут, блядь, это в оригинале звучит. Ёбнешься как, ща, блядь. Так, это хуйня какая-то. Иди нахуй. Так. Это вообще оригинальный трек, блядь. Давай нормально, нахуй. Во! Ну, это... Это что-то овер бас-буст, блядь. Там же вообще нихуя не слышно, блядь. Так. Вот, полегче. В общем, как-то так. Все, чат. Я, короче, в магаз фастом за лимонадом. Кто-то тут, если чё, шебуршнёт или кто-то хрюкнет, пукнет, мне докладывайте, нахуй. Вот сюда его поместим. В заключение, блядь. Все. Ща приду. А чё, все? Блять, ладно. Легендарно, реально. Ебать, там видос. Ебать, врач смотрит на травмы из iShow Speed. Кого, блять, что? Ну, блять, реально ж врачам нехуй делать больше, кроме как вот смотреть, как сомнительные личности надувают все губы, блять. Сука. Ладно. Хороший видос, кстати, я видел. Ой, да ты чё только не видел, блядь. А где вода? А, закончилась, блядь. Таня всю воду из фильтра перелила рыбкам. А, пепер, блядь. What if you use Avada Kedavra in front of your professors? И чё будет? Мне, да, мне очень вкусно. А тебе вкусно?
Чё так много новостей про блокировку Twitch в РФ? А чё, где? Скинь хоть одну. Интересно, что пишут. Роскомнадзор допустил блокировку Twitch в России. Ого, какие молодцы. Необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности. Ага, да-да. Конечно. Что ж, блокируем, получается. На фоне того, что типы казнят, стримят. А, не, им всем пизда вообще полная. Там сейчас на всех уголовочку начнут заводить. Желаю им удачи разобраться с этими проблемами. Любители, так сказать, легких денег.